Ну что, он тоже будешь трактор собирать? Вот, да. Покажи, какой он. Дай посмотреть на досточку. Вот. Детальки, да, деревянные? Да. Он из деревяшки. Из деревяшек. Он был упакован пакетиком. Упаковали его пакетиком и деревяшкой этой. Да, фермерский трактор. Ну, давай. Пакетик мы уже сняли. Будем собирать детали. Показывай, как надо собирать. Чтобы они сумели. Что ты сейчас ставишь? Давай здесь на столе, я тебе подвину. Я ставлю вот таких две детали и такую. И чем ты соединяешь? Вот такой. Крыша или боковое стекло? Вот. А, заднее стекло, да? Стекло. Тут есть боковое на этом. Угу. О, молодец. Дальше что ты ставишь? Переднее. Переднее стекло? Покажи. Сейчас поставишь, покажешь, хорошо? Что, развалилось все? Это я убрал. Чтобы можно было вторую деталь вставить. Ну что ты там вставляешь? Капот? Да. Это решетка радиатора, понятно. А рефрижератор. Рефрижератор. Рефрижератор? Рефрижератор. Ну, показывай трактор. Я еще не собрал. Крышу делаешь, да? С люком. Это чтоб, если трактор не то зарка. То можно люк открыть? Да. А что ты сейчас ставишь? Капот? Ну, покажи. И собрал. Ух ты. Больше там ничего не осталось деталей, ага. Ну, там есть еще, можно собрать пожарную машину. Ну, есть у тебя? И автобус. Нету еще. Нету еще? Ты еще не купил? Да, они еще в магазине. А покажи, как ездит трактор. Крепкий, да, не разваливается? Не разваливается. Крепкий. Вот, смотри. Диван я снял, я встала. И вот. Все нормально, хорошо, да, работает. Чуть-чуть. Ну, не сильно.